шрамирование или скарификация, от латинского scarifico — царапаю. Специальное нанесение на тело шрамов в законченном виде, представляющих собой какой-либо рисунок или узор. В настоящее время, как правило, к шрамированию прибегают либо поклонники экстравагантного модифицирования тела, либо те люди, которые уже имеют шрамы и желают их замаскировать. Также шрамирование используется вместо татуировки. J'aimerais mieux aller discourir avec les pigeons. Il y a un cadran dans mon bois. Tous les matins, il me tient tête. Il aime bien me regarder. Il se tient prêt à sonner. Je ne veux plus sortir du lit pour affronter cette vie. Faut comme un dindon, un cadran dans mon poing. Dehors il tombe de la grêle. Je voudrais un peu lui nuire. Il suffirait de le faire cuire. Je ne veux plus sortir du lit pour affronter cette смотреть аналогичные экстравагантные подборки, фото, видео и слайд-шоу, подпишитесь на канал Beautifully, и вы всегда будете в курсе последних веяний мировой культуры.